Ир булзан, пучланач және бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашный гун, ирхи шидзи гетре, чевашин наци телевидение, тюрье ференче, ир булзан кларом. Ольга Элиме. Дмитрий Вириялов. Ирбейрех серев ранма булышыш. Хаваска молдуем парнелищ. Кашный ир уйхран перле вранар. Шена ирагуна перле бушвар. Рир Будр Бурнеди, Хакну Кураганзем, Юдаш Сем, Чеваш Ен, Наца Телевидение, Тюри Ференджи, Ирбу Зангаларам, Сирин Беберле, Паянебе, Дмитрий Вириялов, Бурнеди, Сывах Сунадаб, Бурнеди, Шене Кун Пушванный от Пасалам Лада, Хаква Кураганзем. Кашни Гунчив Гарзабрат, Чургуне, Щитсебны Туем, Чургуне Щитсебны Туем, Вэлван Забрат, Кашни Гун, Ибиртха Ханахса Житмен, Хелле, Чагнбек Ирирех Варанзатан, Хыщен, Урама Духса, Хевель чудат ныне Курмаш, Амбада Жаговал, Пиде, Козакла, Ябала. Хак Бураган Замбирем ВКонтакте сайт 3, Ушкан Сырем Валли Ужа, Шава Ушкан Агерзе, Зе Ширзах Варма Бударадар, Савам Зем, Юдар Зем Валли, Таванар Зем Валли, Ширзах Вар Дархашин, Мембур Завам Зене, Вуаза Барада, Тюри Эфирда, Коштарзан, Шагумбек, Камалажи Климе Бударадар, Резервара, Юхши Ухшин Зем Валли, Таванер зем вали, удар зем вали. Тогда сейчас вышка на рахе зачер сах варма будет радар пирам банги хана вали и ду зем, умбай базире паваштар да пкаштар зан. Вара я ван гибегех узал рубрика зембе, комалажек леген юр зем сырым вали и рупузан каларам ра. Халех вара, вырынжин джензик седама, шама ударах пудр лезе, шагамбек юра и тлерха. Мажорман бордюга, килеура табранзасын, шалуильна волпая. Мажорман чудо-щелдер, чинка-терминаторда. Сулахая чукмазасын, их пурно щепле ава. Май пирле и пире, а еще ворот армзыне. Камра и лиле дуйма, пырла курса фурадма. Май пирле и пире. Еще мрак армзине, а дяше бурбулзан, берешь юрацан, а дяше бурбулзан, берешь юрацан. Мажорман он чунадом, мажорман хулиган, а руки трепуны жень, хозяин гович мне праган. Из на винде черине, то хонран бахман, тручит на чуном совныне, и дни чанул да ламан. Май пирле и пире, а еще ворот армзыне, камра и лиле дуйма. Мажорман кавагарден, мажорман бордюган, Дандиряр жинну майпуль, лайх рахисюк санран. Мажорман ораскалан, мажорман чунжури, Ищум рая ланду засым, мадранчу котели ли. Май пирле и пире, а еще ворот армзыне, Камра и лиле дуйма, пырла курса фурадма. Думай, гирле и вире, а еще мрак армзыне, а дяше бурбулзан, берешь на юрацан, а дяше бурбулзан, берешь на юрацан. Thank you.
Как вы ураганзем, воронжинжен, зикседерза, воронза житрбузан, зарядка дуза, идрбузан, халя тюрех алвара, телефон эльзе, е компьютер мне варза, таванрзем вали, юдажерзем вали, ширзага вар, пирам вконтакте сайтри ушканра. Млили буин, ожо самахсем, савам варвазане, еще на гун бушван на ядпа, е шагмык шуруку не, шивгарза бы на ядпа зама, бударадр мэмбу савам зане, буваза барадап тюре эфирда. Халя, бирам малала, павла Жатпара, узыл рубрика «Зембе», самохрана гороскопа, балвашмала, пальме леберен, мензу наше же, пире, паэнги, еще нагуна, еще ударзем, таргашен. Всем. Паларца гуна шугаш сине тебр хучень подембехтер сезе духмала да везне пурна жагерт ме пышламала. Выгарзем. Пулны иркене тишкерне аванда, анжахта ябық саманцыне хали де черереу празабыны сывлыха сиен гюре. Егерешсем. Юлашки да апхарда шана даварза вайхуна ишсем тенех прымыш шеденюзем парнелеш. Раксем. Мынь буры бешер лақсалы панмалы тапхармар, майзем бурчухне малала тадақта пызықрах үзімзем тума андалар. Арасланзем. В активе кайдюзем чермандар затареш, план зене улыштарма бұлдареш, шауын бада вызене темлюх уйырма хушмаще шылдарзем. Херзем. Пурны жаулышыны зем кертме майдугын засын чын малданах теплен шутламала, илкне информация бе пыльзе узы гурмала. Таразазем. Сыню параган шинзем енышма бұлдараще, шауын бада баян итларах чун туемне итлер, валсире улдаламе. Скорпионзем. Кашны в активе кшине хумган зашурени вырынзыр, итызень кымылзырлы хешинеде алы сулыр, чунапу стоях аны ратарыр. Ухачезем. Чивичи дузни сюти явного гатра опытлы специалист синдень положу итма анжа кленер. Вазем щел синдже чила еврлыха сильме положащ. Тугачекезем. Ними вахмазар телев батни лендалар. Анжахта щелдрзем азрыха тараща. Итлаши херзегайны еврлыха керцею герме булдаря. Шевдыганзем. Шинелих семья пуянгон. Шиненю батнили щерепень удаганзне. Он еще кадеть. Мунь бурпалах на шухаш пурнажа гореть. Пулызем. Кымылдуй май риге яраз келе, анады цаджар май вырдарах пуля. Азарханыр, еныш сенжен сыхланыр. Как вы ураганзем, мананзыре азырхаттара скелет, шагымбек шандалыкву биде удалла. Урамра ошудизе, шамаудығынза тухсанда, ман жутпа шагывыл биде хоружая бала. Урамра биде жахмар сиыға халя, шургунне пэдэм вайбе шитмераха, шамбада урама духса езір ожырақтығынма торожыр. Шишсе жүреме юрамас. Тада шагымбек шандалык час-часах ужынныне була, пуширатныбе аптыраганзем джилай. Унбек чухне ховара мэн для булышмала. Пусть хыдырат мне чатмала мар, чатмаю рамас. Унын салдавя тарлерем булать. Мигрень джухне пужен пэр ене хыда аптарат, энзен пэр ене хыцан, иратны куш е танлавене кушсан май остеохондроза нужа кадартны палула. Тардемзем хыцан пужа кожал хистерзе хутуну тунамбек туинать, иратны не тадаштуйзан тухтор батнех кайма васкар дюрех. Шагамбек мельзем булышма бударащи. Чее бежерзе лимон гу Сайш мелле, асрабит малада даяван, организма, шевек щитмезенге, пуш уратма пудара, чамбада, шив щиделик леш мелле. Шаржа дузай менни бе, сыва щитменни бе, пушван на шахнашкал амагайр терме, чуреде ушса пюлеме уже удармала, урама духмала, организма, кислород, ергелли, бурзадма, пушвазан, уратны девара, ирдет. Пужа, кажа хастернебек, самантрадан, лавзембе, ензен, массаж тумала, пуш уратны,
Врага кайзан ароматерапии положать эмель куроге, лаванда, эвкалипт, тыдада, чагмек вэйва шарзэм, чабаржевэзэн шаржебе сыву амалла. Стресс, шиварзат ранманны, хырым вышны, гормоны уже навэзэм, пуши гратнын саудавэзэм шаксэм депуаще. Сыр, шоковат, херли орех, консерв, фастфуд, хускану, щиделек сэрри, азан на амак патне, щидерес хорошу хтабур. Б, ута, витамин Б, пуян жимышсэм, сыву гавая хватма пужаще. Мигрендрин, ходаума, шивра ишни, йога, видымле. Тогда терле спорт ханахтару зэне тумиде. Узалла, манжутпа, иргиняк, шагмбега, ирбузан, гварма пахна чухнех, спорт ханахтару зэне дума бывает, зарядка дузельми бывает. Тогда ва, пиде узалла, урамра, ужил за жирены, шуранда да жирены, жагайн джухне, евреньве, кайн джухне, общество транспорт в рыне, манжутпа шуран утса, ужил за жиреме, пуват париги остановку, шуран ирцегайзан, пиде аван. Как вы ураганзем, тогда коллекции Азаиль Дередобеба. Берем ВКонтакте сайт Рушкан Сырым Вали Ужа, Керзе Шир Захавар, Млади Бурин Савам Зем, Хаварангю Дажар Зем Вали, Таванар Зем Вали, Вагатну Майю Маре, Каштарзан, Шав Мембур Савам Зене, Вуаза Барада, Птюре, Эфирда, Хале, Керзе, Млади Бурин Шир Захавар. Халевара, как вы ураганзем, Манан, Сыре Палваш Тармала, Шубашкарда, Вырнашна, Солнечный микрорайон Ба. Менлещин Земунда, Бурнаша, Менлещур Цемунда, товарища Тархашин. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы с вами находимся в одной из квартир микрорайона Солнечно-Новоюжного района столицы. Сегодня вы узнаете много нового об этом микрорайоне, где он находится, в чем его преимущество и как оформить здесь квартиру. Прямо сейчас я познакомлю вас со специалистами, которые вам подробно об этом расскажут. В жилом районе Солнечный, который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». Вера, расскажите нам про микрорайон Солнечный. В чем преимущество? Солнечный начал свою историю летом 2015 года, и основным застройщиком района является группа компании «Удача». На строительном рынке Чувашии мы существуем уже 15 лет, и за это время мы доказали, что комфортное жилье доступно каждому жителю республики. Вот. На сегодняшний день в районе уже введены в эксплуатацию 9 домов. Это уже около 3000 человек стали счастливыми обладателями своих собственных квартир в нашем районе, и это не предел. Район располагается в экологичном месте города, то есть рядышком с лесом. Солнечный сочетает в себе все плюсы городской и загородной жизни. Этим может похвастаться не каждый застройщик города. И также мы отличаемся среди новостроек тем, что по проекту все дома у нас находятся на большом расстоянии между собой, что позволяет людям чувствовать свою внутреннюю свободу и создает атмосферу простора в районе. Мы сейчас продаем квартиры в новом жилом квартале «Солнечный парк». Он будет состоять из 6 жилых домов, огражденной территорией и прям непосредственно параллельно с лесом. То есть это, я считаю, что одно из самых таких выгодных мест вообще в Солнечном, и очень удачная позиция, которая сейчас стартовала к продаже. Уже как 2 недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 864 тысячи рублей. Это тоже очень выгодно. Район наш развивается постоянно. То есть сейчас у нас идут работы по монтажу дороги без выходных. То есть строительная техника едет постоянно, дорога строится, детский сад строится, школа в проекте заложена, уже проектируется, что немаловажно при выборе жилья. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. Итак, дорогие телезрители, сейчас вас познакомлю с руководителем по работе с партнерами «Сбербанка» Татьяной Черновой. Татьяна, доброе утро! Доброе утро, Оль. Так расскажите нам, я знаю, что многие боятся, вот до сих пор боятся ипотеки, думают, что это очень долгосрочно и дорого. Расскажите, так ли это на самом деле? На самом деле сейчас ипотека доступна как никогда. Самые низкие ставки на рынке. В группе компании «Удача» можно купить квартиру по ставке от 8,5% годовых. Платеж по ипотеке будет составлять всего от 8,5 тысяч рублей, что, в принципе, даже выгоднее, чем снимать сегодня квартиру где-то.
Вот сейчас очень выгодное предложение в группе компании «Удача» в том, что можно купить квартиру прямо с ремонтом от застройщика. Выгоднее уже на этапе покупки квартиры сразу предусмотреть и заложить расходы на ремонт в тело кредита, в стоимость покупки всей квартиры. Но по однокомнатной квартире платеж по ипотеке увеличится в месяц всего лишь на 2500 рублей. Да? То есть, если без ремонта это 8,5, то с ремонтом это будет 11. На мой взгляд, это да, несущественно. У группы компании «Удача» двухкомнатные квартиры такие от 53 квадратных метров, то есть это достаточно компактно, да, небольшое удорожание по стоимости. Трехкомнатные квартиры от 77 квадратных метров. Но чтобы было больше понятно, как сказать, к своей реальной жизни, да, насколько, допустим, изменится ваш платеж по ипотеке. Если по однокомнатной квартире, мы говорили, от 8,5, то по двушке это 14 тысяч рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. А с группой компании «Удача» дружим с момента их основания. В группе компании «Удача» в этом году исполняется 15 лет. Мы очень гордимся этим партнерством. И мы рады, что действительно большое количество наших клиентов, да, там, в 2018 году приобретали именно в микрорайоне Солнечного квартиры. Гордимся тем, что и группа компании «Удача» доверяет Сбербанку. Поэтому для нас это очень ценное партнерство. Спасибо вам большое за беседу. А это было «Утро в Солнечном микрорайоне». До свидания. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. С 23 февраля в микрорайоне Солнечном начали продавать квартиры в новом двухподъездном 16-этажном доме, который находится в 5 минутах от остановки Баумана. По номеру 41-0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Ганзем вогочитре эзир пирам вконтакте сайтри самом зене еще заговор на самом зене вуа забама мана чигли жеген самант эбир паян пирен чи шивых тахак вощин намара Иванова Марина на еще равно кун я джубе чун джеререн дуаган чи ира та ожа самах сэмбе савам латпр вол ельджи краян инче журал заюснем хали шем гибе шубашкар хун дже бурнать эбирана уих пек чудо кун жул Чурхи хевельбек ира камал, инжет шу евер ворам эмер, чаваш юманебек шире псывлох, куч тулы телей, туставан зембе шагудаца бурнма шуда раскал сунатпор. Эшре тада да ютварах шиде не дума вайгал, хужанзах пыдер санан. Порношре кашне удуму ирлых пах, юра дуба, шуда эмет сембе дудар, а джузен бархадарне эмер курмала пудер санан. Савам лаганзем, юрат на мажаребе, визя аджи тадам. Юдажызы. Та дебір савам, Падырел районын жүрел заюсіне халі шубашқарда шем ежавар запурынаган Петрова Венера паян жүрелінің күнне балғыдывать. Шивых юдажым Санбек үрі жин тәнжере сайра. Керек мінде евровық сіксе дұқсанда пулышма тары жадын. Сирен жемері яванақ юраду бателей ғужавандар. Сана мұжыр хүттіне тұйза иге пағатыре ура жінет евішілі тұратма сунады. Чи савам зембез, ну савам ваще, ти удар зем, да, тавани зем. Та дебер савам, еще заговор на первом ВКонтакте сайт Триушканра. Алена Петрова Щират. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Алена. В этот прекрасный солнечный день хочется пожелать всем хорошего настроения и поздравить свою сестру Надежду Николаеву с днем рождения. С днем рождения, Наденька, будь всегда именно той надеждой, которую ищут другие, и главное, сама не теряй ее. Пусть все в твоей жизни складываются хорошо, счастье само идет в руки, а удача крутит хвостом поблизости. Здоровья тебе и любви, с наилучшими пожеланиями, сестренка Аленка. Эберде савамлад пар шакшинзене, эберзунат пар нумай рах телей, ну марах он ажу, тогда сире пурин валиде, ну чак бек сава нашего камалажик леген Юра Таргаша.
Уважаемые телезрители, думаю, что ни для кого не секрет, что с наступлением весны, с этим прекрасным чувством пробуждения весны, всем хочется петь, слушать хорошую музыку, да и вообще, в принципе, наверное, у всех просыпаются какие-то вокальные таланты. Сегодня у нас в гостях в студии руководитель творческой студии «Артнова» Мария Михайлова. Маша, доброе утро. Да, доброе утро всем. Маша, ну поделись своими эмоциями, какое настроение у тебя сегодня, как ты проснулась, и вообще есть ли у тебя весеннее, такое легкое настроение? Весна, конечно, к сожалению, пока только на календаре. Хочется, чтобы уже было солнышко и тепло побольше, но, может быть, нас порадует в ближайшее время природа. А пока настроение самое положительное, я бы сказала. Маша, тебе как преподавателю вокала, как руководителю такой творческой студии «Артнова», хочется ли петь с наступлением весны? На самом деле мне хочется петь всегда. То есть независимо, будь это зима или лето, или осень. То есть если душа поет, почему бы не петь, ну, как бы всегда. Не обязательно только начинать весной. Ну, понятно. Твоя профессия, она подразумевает то, что тебе нужно много петь. Ну, и людям преподавать, как нужно петь. А в обычной жизни, в нерабочее время, как часто ты поешь? Сложный вопрос. Наверное, не часто, если честно говорить. У нас настолько на работе много я пою, что в обычной жизни предпочитаю помолчать. Ну, тогда про работу. Раз уже об этом заговорили, творческая студия «Артнова» у нас территориально, так скажем, располагается в ДК «Тротростроители». Да, все верно. Все правильно. Чем занимаются участники этой творческой студии, воспитанники, так скажем? Да, и вообще, чем живет ваша творческая студия? Ну, так сложилось, что название не просто так творческое, да, мы совместили три направления: поем, танцуем, рисуем. Делаем это очень весело, забавно. Деткам у нас очень нравится, с каждым годом количество воспитанников растет. Если в свое время мы начинали, наверное, с человек 12, то сейчас, наверное, насчитывается около 60. Ну, вот, примерно так. Занимаетесь ДК «Тротростроителей», по вечерам обычно это происходит, да, ну, конечно, после уроков. И не только. По поводу воспитанников. Какого возраста ребята ходят в «Артнову»? Сейчас, в этом году, точнее, в прошлом, мы взяли детей 3-летнего возраста. Первая группа, так скажем, пробная для нас была. И самая старшая у нас группа мамочек. Ну, то есть... Мамы тоже занимаются? Да, мамы тоже занимаются. Тогда вот такой вопрос. Ну, понятное дело, то, что у детей это все еще, как бы, ну, таланты и все дела. А вот у взрослых уже, ну, так скажем, сложившихся личностей, вот мамы ходят, обучение вокалу. Ну, вот я про себя говорю. У меня слуха нет. Я петь не очень хорошо умею. Можно ли научить такого человека красиво петь? Непрофессионально, конечно же, можно. То есть творчества вообще нет возраста границ, поскольку, наверное, даже взрослому проще объяснить, нежели ребенку. Ребенок все-таки... каждому нужен индивидуальный подход, и каждому нужен тот язык, который он поймет. Взрослый же он более восприимчивый, и поэтому... Спустя, скажем так, 6 месяцев практики со взрослыми мамами, я уже поняла, да, за 6 месяцев вполне можно учиться. Ну, в общем, голосовые связки, голос, слух – это так же, как, ну, допустим, мышцы, которые вот... конечно, можно накачать. Качают, да, в тренажерном зале – то же самое. Да. Можно научиться, если даже человек до этого никак с этим не был связан, конечно, если он не знает нот, это возможно. Но он, конечно, знать ноты не будет, скорее всего, поскольку мы тренируем как раз-таки вот пластичность этих связок, да, и всего того, чтобы он попадал и чисто интонировал. Но если у человека самого желание огромное, да, то есть то человеческие возможности, они на самом деле безграничны, да, то есть за месяц можно сесть на шпагат, также за месяц можно и как-то и песню спеть хорошо. А вот по поводу деток, по поводу детей, 3-летние, вот неужели вот такие вот маленькие дети в таком, ну, пока еще можно, наверное, сказать, неосознанном возрасте приходят и серьезно занимаются, прям вот, ну, распевки. Я просто не разбираюсь в терминологии. Как вообще, тяжело ли вести работу с такими маленькими детьми? В два раза тяжелее, поскольку здесь вот идет как раз-таки разговор об индивидуальном подходе к каждому. То есть каждый ребенок, он еще пока не сформировавшаяся личность, особенно в 3 года. И сложно, наверное, ему объяснить, что такое нота до, да, и как ее отличить от ноты ля. Конечно же, это
сложно. Но такие занятия, как правило, проходят в форме игры, чтобы они хотя бы у них появилось какое-то понятие вообще музыки, чувство такта, ритма, ну и, конечно же, попадание в ноты. Да? То есть мы стараемся, чтобы у ребенка был какой-то сложился фундамент. Да? Захочет ли он этим заниматься через пару лет, это уже будет как бы его желание. А пока, да, в 3 года, наверное, сложно вообще сказать, ребенок хочет заниматься или не хочет. Да? То есть его немножечко нужно помочь ему в этом выборе. Да? И поэтому у нас, как бы, скажем так, 3 направления, что ребенок потом вследствие может выбрать какое-то одно. Попробовал себя и в вокале, да, и в танцах, еще... В изобразительном искусстве. В изобразительном искусстве. В общем, везде по чуть-чуть, да, и уже когда он станет чуть-чуть взрослее, он, да, уже сам выберет дальнейшее направление, в котором, да, будет развиваться. Хорошо, Маша, у нас утро. Доброе утро. Где кофе? Вот, по поводу кофе, по поводу зарядки, по поводу того, как вокалисты и как люди, у которых работа или, ну, так скажем, деятельность связана как-то с вокалом, с голосом, как нужно разбудить голос с утра. Можешь ли ты нам сейчас показать, вот, ну, может быть, даже несколько упражнений так быстренько? Так, разбудить голос. Тут сложно, на самом деле, когда... Потому что бывает такое, что ты... Голос проснулся, да, а сам как бы нет. Ну, даже не знаю, обычно такие самые очень банальные упражнения, это помычать, то есть на какие-то... Особенно это очень касается тех, кто участвует, например, вот на телевидении, либо участвует в конкурсе в каком-то, да. То есть в любом случае голосу нужно вначале проснуться. Это стакан воды. То есть в любом случае организм проснется и скажет тебе огромное спасибо. А все уже остальное из друг друга выходящее, скажем так. Помычать, немножко повибрировать. Можно губами вибрировать. Да, то есть немножечко разминается вот уже артикуляционный аппарат. И, в принципе, таких прям навыков нет. Если нужно говорить, голос сам проснется. А вот если нужно петь, конечно, нужно немножечко приложить усилия. Есть еще один такой миф, то, что вокалисты, ну, задаю вопрос себе как преподавателю вокала, ну, вот стереотип такой, то, что вот вокалисты утром обязательно сырое яйцо, и это как-то придает голосу что-то. Это миф, это правда или но что? Ну, не скажу, что это миф, но я не скажу, что это правда. Да, какая-то доля правды в этом есть, поскольку что делает яйцо? Да, он обволакивает связки. То есть вот сам белок даже больше, сколько не желток, а именно белок. Но это действие краткосрочное. То есть это поможет, ну, не больше 3-5 минут. Потом, когда мы проглатываем это все далее, и уже как бы все связки омываются дальше. То же самое и с другими, скажем так, мифами. Ну, в общем, это... Одним словом, бесполезно. Ну, можно сказать так. Хорошо. А в случае, если, опять-таки, продолжаем разговор про мифы и стереотипы, если случилось так, то, что сорвался, допустим, голос, во-первых, бывало ли у тебя такое, конечно, в практике, и, во-вторых, что нужно делать? Потому что, ну, вот, мало ли, вот, если даже человек не поет, просто по работе, может, ему там нужно много разговаривать, что нужно делать в первую очередь? Помолчать. Это самый первый признак. Вообще, когда... Это вообще профессиональная болезнь. Осиплость и... как это? Хрипотца, да. То есть она идет от профессионально. Это не только артисты, да, ведущие. Очень многие этим страдают. И что нужно? Первые 24 часа просто молчать. Это как... дать мышце, например, в растянутой ноге отдохнуть, да, не заниматься ничем, также голосу. То есть ему нужно максимально успокоить, расслабить. Если же, ну вот, если же не получается все-таки молчать, конечно же, тут нужно обильное питье. То есть обильное питье, это тут уже... Единственное, что очень многие советуют лимон и мед, да, ну то есть тут вообще очень все индивидуально. У кого-то аллергические реакции, да, могут пойти. Поэтому чисто теплая вода лучше, чем все остальное. Вот. И еще один момент, когда вот в своем, скажем так, заболевании я всегда использую препарат Гексалис называется, и очень помогает всем, и всем советую. Опять-таки, я, конечно, понимаю, что такие вопросы, может быть, немного неуместны, потому что ты не медик, так скажем, а, ну, все-таки преподаватель по вокалу, еще ты мама, у тебя есть ребенок. Как себя уберечь вот такую вот опасную, так скажем, пору, весна, потому что погода обманчивая, как себя уберечь, как сохранить голос, как вот нужно себя вести, чтобы быть всегда в голосе? Витамины. То есть это очень нужно
чаще употреблять фрукты, овощи и максимально стараться обезопасить себя, ну, и окружение свое. То есть даже когда дети приходят на занятия больными, да, мы стараемся, чтобы, ну, либо попросить родителей все-таки не водить, да, поскольку это же единственный ребенок, да, который может заразить уже большое количество детей. Во-вторых, надеваем маски какие-то определенные, да, то есть у меня очень сильно практикуется у детей это чеснок. Они до сих пор это тоже так мило носят на груди чеснок. Бусы. И, да, бусы чеснока. Чеснока, да, это очень мило. А по поводу, ну вот, я тоже знаю то, что, ну вот, вокалисты не очень сильно любят, так скажем, на открытом воздухе, особенно зимой, петь. Это тоже, да. Ну, это опасно? Конечно, это опасно, потому что когда мы говорим, связки разогреваются, холодный воздух их сразу же охлаждает, и вот это, скажем так, горячее-холодное, оно идет во вред уже. То есть здесь очень нужно быть осторожным в плане, скажем так, беречь себя максимально, да, если есть все-таки возможность себя предотвратить от выступления, да, на улице, но если такого нет, просто минимум затрат, да, минимум затрат, чтобы не петь какие-то там очень сложные партии, да, или какие-то сложные произведения, а боль облегчится каким-нибудь там очень простыми, легкими. Понятно. Маш, спасибо большое, мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Да. Уважаемые телезрители, еще раз всем доброе утро. Напоминаю, сегодня у нас в гостях в студии руководитель творческой студии «Артнова» Мария Михайлова. Маша, еще раз доброе утро. Доброе утро. Ну и еще раз про весну, про весеннее настроение, про солнечную погоду, про то, что в такую погоду с таким настроением хочется петь как можно больше. Ну, я опять-таки про себя. Ну, Маша, какие песни в основном в свободное время ты слушаешь? Каким направлением музыки? Потому что, ну, когда ты обучаешь вокалу, музыке, то, ну, вроде, наверное, может быть, даже не остается времени, вот, в свободное время, вот, как какую-то такую вот музыку слушать, потому что музыки хватает на работе, да, очень много. Вот, какой стиль хотя бы, направление? Тут сложно сказать, тут все зависит от настроения и вот, куда я там еду. Обычно музыку слушаю либо в транспорте, да, то есть, чтобы немножечко расслабиться, либо когда наедине там со своими мыслями, да, либо по вечерам бывает иногда, но редко. Слушаю разное абсолютно, то есть это может быть и джаз, это может быть и классика, это может быть и поп-музыка, русская, может быть, английская. То есть все зависит от моего настроения в этот момент. Иногда прям заслушиваю одну композицию. Ну, вот, ну, захочется мне, я раз 15 послушаю, успокоюсь и все. Ну, в общем, ты меломанка. Да. Потому что нет одного какого-то направления. Да, именно вот из всех направлений немножко по чуть-чуть и по настроению. Тут специфика работы такая, нужно знать много. Да? Ну, и да. Чтобы предложить что-то другим, ты должен хотя бы эту музыку даже сам прочувствовать, как-то пропустить ее через себя. И уже исходя из того, что я слушаю, я уже могу предложить что-то, да, каким-то там либо солистам, да, либо уже в группе. То есть мы все делаем с подбором и делаем так, чтобы у ребят был выбор самим выбрать какую-то или иную композицию. То есть мы стараемся, особенно это на старших, то есть я им предлагаю, они говорят, да, нет, ну, то есть как-то обоюдно решаем. Кстати, вот по поводу детей, мы вот начали разговор, у вас занимаются маленькие детки, с 3 лет уже начинается обучение. Вообще, с какого возраста специалисты советуют начинать вот, ну, такое, так скажем, развитие творческих талантов у детей, со скольки лет лучше начинать заниматься? Тут тоже очень сложный вопрос, поскольку вообще, конечно, лучшим возрастом для обучения считается уже 5 лет, когда уже он все-таки перешагнет вот эту детскую свою непосредственность. Но есть индивидуальные какие-то моменты, когда ребенок в 3 года чисто интонирует, хорошо поет, да, но только в силу своей вот, вот этой детской непосредственности не может сосредоточиться на занятиях. Да, это есть такое. И у нас даже в студии это встречается. Но удивительно, каждый вот год приходят совсем какие-то другие дарования, новые, да, и вот у нас есть группа 4 лет, и они абсолютно адекватно сидят, слушают, все смирно делают,
делают, то есть что им говоришь, они все выполняют. То есть удивительно, не скажешь, да, а бывают дети, которые и в 7 лет не могут быть, угу. Да, усидчивости, скажем так, нет. Но здесь уже тренируется с желанием попасть на сцену. Угу. То есть все-таки сцена – это главный двигатель вообще мотиватор. Всего, да, и мотиватор, потому что показать себя на сцене, чтобы посмотрели папы, мамы, бабушки, дедушки, да, мы уже с начала года говорим, что вот вы, если вы будете заниматься хорошо, то и на сцену выйдете. Угу. То есть уже какая-то есть мотивация для этих детей к довольно хорошим действиям. Угу. То есть все равно выполняют все, что нужно. Что нужно делать родителям? Ну, так скажем, два пути. Они должны вот строго заставлять своих детей идти на ту или иную, так скажем, секцию. Это может быть и спорт, или какое-то творческое направление. Прям заставлять их, понятное дело, что дети в первое время не хотят заниматься. Или же им нужно все-таки прислушиваться к своим маленьким детям. Если они не хотят заниматься, то, ну да, лучше подождать, может, повзрослеет и все дела. Вот как бы, что нужно выбрать? Как нужно поступить родителям? Прежде всего, конечно, нужно привести ребенка. Mm-hmm. Как он поймет, если он не попробует? Да? Ну, да. То есть он может сказать, что я не хочу, даже не узнав, да, что это такое. В любом случае, нужно через это пройти. Пару месяцев походить. Пусть даже если не хочет попробовать, давай попробуем еще. Если не понравится, mm-hmm. да, через некоторое время. Дать обещание, через некоторое время, если тебе не понравится, мы уйдем. И придем попозже. Да? То есть все-таки мы не говорим о том, что не ходить вообще, да? А все-таки дать ребенку понять, что мы придем, мы отдохнем. Но придем еще раз попробуем, да, и опять же это чувство ответственности, да, чтобы он понимал, ребенок все-таки, для чего это, для кого это делается. Да, настаивать, конечно, сложно, наверное, психологически, сама знаю по ребенку, да, то есть все равно упрется и не сделает то, что нужно. Но тем не менее, опять же, все зависит от возраста. Если 3-летний, он еще может в принципе настаивать на том, что он не хочет, да, а вот в 7 лет уже тут уже как бы станет вопрос. Да? Mm-hmm. То есть ребенок уже сформировался, да, он пошел в школу, и у него есть какие-то определенные желания и потребности. И вот эти потребности, конечно, нужно улавливать уже в таком возрасте, в 7-летнем. А вот до вот этот период с 3 до 7, наверное, сложно сказать, заставлять или не заставлять. Вот не знаю, как я пойду, вот, если, вот через годик так поведу ли я ребенка, да, посмотрим. А как быть вот в таких ситуациях, когда вот ты, допустим, всю жизнь имел мечтать ребенка, который будет заниматься спортом, будешь водить его на секцию, там, карате, или футбол, но у ребенка, так скажем, предрасположенность к танцам или к вокалу, и он вот как-то туда сильнее хочет, а ты вот хочешь, чтобы ребенок был спортсменом. Что нужно делать родителям в таких, мне кажется, сложных ситуациях? Это прям дилемма. Да, согласна, что это дилемма, поскольку вот, опять же, возвращаясь к своему ребенку, я не знаю, что захочет мой ребенок, но я хочу, чтобы она там была вот этим, вот этим, вот этим, да? Прислушиваться нужно, да? В любом случае, если ребенок хочет петь или танцевать, и у него действительно есть талант, да, проснулся уже в какой-то определенный период, да, отведите его. Ну, то есть пусть попробует параллельно позаниматься. Mm-hmm. Пока никому не помешало несколько видов, скажем так, родов занятий, да, чтобы воспитывать в себе сильную личность. Mm-hmm. Поскольку спорт все-таки это круто, да, если мы говорим о спорте, особенно в нынешнее время. Mm-hmm. Но все-таки, если у человека есть какая-то потребность в чем-то, ему тоже нельзя в этом отказывать ни в коем случае. Ну, в общем, тут все сложно, и тут все сугубо индивидуально. Конечно. Хорошо. Маша, еще про вашу работу, про ДК «Тротростроителей». Все-таки это такое интересное место, один из самых крупных концертных залов. Насколько я еще знаю, у вас недавно был праздник у работников ДК «Тротростроителей». Этому дворцу культуры исполнилось 25 лет. Это так? Да, все правильно. Да, нашему дворцу вот в конце декабря 2018 года исполнилось 25 лет. Угу. Как вы отметили, собственно? Прекрасно. Ну, как начали отмечать с начала года, как говорится, так и закончили в этом году. Все было, на самом деле, очень интересно, поскольку мне предложили сделать программу как режиссером. Я с удовольствием согласилась, поскольку я уже как бы в ДК «Тротостроителей» работала 6 лет, да, и в кружок у меня 4 года. И поэтому как-то мне было это интересно попробовать
очень была приятная дружеская атмосфера относительно зрителей, поскольку каждый номер, да, следующий, который вы вступали, из наших дети, с какие-то кружки, которых у нас в ДК 29 клубных формирований, если мне не изменять память, и каждый номер приветствовался бурными аплодисментами, то есть публика была незнакомая, это не были родители, это были заводчане, да, тракторного завода, поскольку благодаря им и появляется наш дворец, да, по истории. И было очень здорово, приятно, душевно. К нам приходили гости, гости разных дворцов культуры у нас по Чувашии, да? Коллеги. Коллеги, да. И присылали видео поздравления с разных уголков России тоже, вот Домов народного творчества, да, или республиканских центров каких-то. Ну, было приятно. Ну, в общем, ДК 33 это такой вот центр, прям вот концентрация максимальное творчества, и вот для родителей и для детей это прям вот, ну, такое вот место силы, наверное, даже можно сказать. Ну да, довольно-таки считается же крупным, да, в Новоюжном районе такой вот. Тем более сейчас он республиканский центр народного творчества, да, становится. Центр строителей. И можно найти все по выбору. Хочешь петь, иди петь. Хочешь петь народным пением, есть у нас. Да? То есть, в общем, все условия для творческой самореализации. Конечно. Как детям, так и взрослым, да, в том числе. Еще один вопрос. Маша, раз уж ты, так скажем, преподаватель с высшим профильным образованием, вокалист, вопрос такой к тебе. Как ты относишься вот к такому тренду, так скажем, современному, когда человек, имея таланты, но не имея образования, начинает заниматься творчеством, и это, ну, возможно, даже у него это хорошо получается. Как ты, что ты думаешь по этому поводу? Даже не знаю, что сказать тебе на это. Смотри, я, в принципе, уважаю каждого человека, да, который занимается каким-то творческим занятием, да, неважно, пусть это пение или танцы. Если же человек это делает еще хорошо, не имея какого-то профессионального образования, это очень круто, да, то есть это все-таки дар, данный человеку, чтобы нести мир в свет. Да. Но при этом тут все-таки я считаю, что если ты талантлив от рождения, да, но у тебя нет какого-то образования, лучше его дополучить где-то все-таки, да, то есть чтобы немножечко быть в курсе всех вот каких-то нюансов, да, поскольку даже в вокале очень много каких-то вот таких вот маленьких, но довольно важных моментов, которые нужно знать каждому вокалисту, да, то есть мы уже говорим потом о преподавателе, да, потом все-таки уж будем откровенными, но не будем же мы петь в 60 лет, да, то есть в любом случае мы подадимся куда? В преподавание, да, и преподавание – это вот тот момент, когда ты без образования не сможешь ничего дать. Ну, просто есть такой стереотип, я могу ошибаться, то, что вот у таких вот талантливых самородков, так скажем, есть такое мнение, то, что если они пойдут учиться, то, ну, как бы, их сломают. Ну, типа, вот кто вот там, их, да, вот под одну гребенку, так скажем, всех, а я вот такой, я самородок, у меня свой стиль и все дела. Это... Ну, сложно сказать, поскольку это очень важно попасть к нужному педагогу, то есть к правильному педагогу, который тебя как раз-таки не сломает, твою индивидуальность воспитает. Тут поэтому и идет такой подход, что сейчас очень много преподавателей, в принципе, которых можно выбрать самим. То есть можно просто за интереса загуглить, опять же, там, да. В любом случае можно найти преподавателя по душе. Тебя же никто не заставляет, да. Но если ты получаешь образование, да, есть какие-то там моменты, которыми тебе придется, скажем так, подстраиваться под преподавателя, потому что есть определенный репертуар, да. Опять же, мы говорим, что человек уже прожил, да, определенную жизнь, он все-таки имеет какую-то там степень, да, там, высшую. И поэтому таких людей нужно прислушиваться. Сломать индивидуальность невозможно. Ты в любом случае эту индивидуальность себе сохранишь. Тебя могут чуть-чуть подкорректировать, да. Поскольку я сама пришла такая, я тоже не хотела. Но тем не менее, вроде все хорошо. Маша, спасибо тебе большое. И еще напоследок скажи, пожалуйста, нашим телезрителям, какой, ну, секрет, может быть, у тебя есть такой личный, как нужно поднять себе веселье. Весеннее настроение, если его нет. Если нет весеннего настроения, нужно просто принимать все так, как оно есть, с улыбкой. То есть, неважно,
И когда это... И очень помогает в этом сладкое. То есть с утра сладкое съешь, и прекрасно. До 12 можно, кстати. Ну и слушать правильную музыку, и самим еще как можно чаще петь хорошие песни. И тут не главное не правильная музыка, а та, которая нравится. Совершенно верно. Спасибо большое тебе, Маша, за такую интересную беседу, за такие советы. Я буду надеяться, что мы будем видеться чаще. Обязательно. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, Ирбузан подходит к завершению. Всем хорошего летнего уже, можно говорить и так, весеннего настроения. До новых встреч. Сана.